Привет, друзья! Я Лена Погребишская. Я режиссер документального кино. Сейчас я делаю новый проект. Я снимаю видео для своего YouTube-канала. И герои этих видео — это очень вдохновляющие люди. Кто-то из них берет в приемную семью ребенка с тяжелой инвалидностью. Кто-то без копейки денег строит больницы для бедных в Латинской Америке. И так далее, и так далее. Все эти герои — достойнейшие люди. Мне кажется, они способны заразить нас вот этим прекрасным, что наполняет их самих, заразить нас через экран, через эти видео. И поэтому я предлагаю вам стать нашим патроном, особенно имея в виду, что, ну, пока что ни копейки, как больница для бедных, так и наш проект пока делается без копейки денег. И поэтому может, честно говоря, прерваться в любой момент. Я не очень верю в то, что профессиональное может существовать на голом энтузиазме. Поэтому любой ваш вклад может продлить существование нашего проекта, ну и вообще поставить его на ноги. Предлагаю вам стать нашим патроном и заранее говорю вам огромное спасибо за любую вашу поддержку. Привет!